таксистом в Лондоне нужно пройти тест на знание города. Водитель должен запомнить расположение более 25 тысяч лиц. Правда? Они у белой зоны. Было несколько важных исследований, в которых изучался мозг лондонских таксистов. Почему они выяснили, что гиппокамп у них больше, чем у людей в контрольных группах? Крупнее, чем у тех, кто не водит такси. Они тренируют пространственную память, разъезжая по Лондону, поэтому их гиппокамп буквально растет, как мускулы. Судя по структуре его гиппокампа, я бы предположила, что он отлично справится с заданием. Марк пробежал по лабиринту без ошибок. Переведите дух. Я вижу флаги. Как вам задание? Довольно простое. Вы запыхались, но в общем было нетрудно. Тело пришлось туго, но мозг справился легко и без замены. Мы посмотрели запись дрона. Оказалось, выиграл таксист. Вы не удивились? Нет, наука была права. Точно. Как мы и ожидали. Он запомнил лабиринт из-за большого гиппокампа. Верно. Марк пробежал за 3 минуты и 15 секунд. Аспирант математик Сэм справился быстрее.